День добрый. Хотел бы рассказать о том, как выводить воду в частном доме на улицу. То есть, вот, допустим, в данной ситуации у людей будет здесь мангал, и они хотели бы какую-то мойку здесь поставить. И поэтому я вот вывел два выхода воды, холодную и горячую. Как это делается? Делается отверстие, выводится труба. Потом ставлю я муфту латунную и потом кран. Для чего через муфту? Для того, чтобы кран можно было открутить, держа за нее, и не повредить трубу. Также для того, чтобы трубу эту спрятать. То есть пластик вообще не любит солнечных лучей, вообще ультрафиолета не любит. Поэтому его надо прятать, не давать ему света. Краники ставятся, делаются выходы именно вниз. Потом будет смеситель, к нему гибкой подводкой от руки закручивается шланчик. И все, вы пользуетесь летом. Когда настает осень, настает холода, да, вы перекрываете эти краники, откручиваете эти шланги, открываете смеситель, с него стекает вся вода, со шлангов стекает вся вода, чтобы ничего не замерзло. Дальше перекрываете зимний кран, я его чуть-чуть попозже покажу. И открываете вот эти краны. С них тоже сливается вся вода. И все, на зиму у вас ничего не перемерзнет, так как ни в трубах, ни в кранах, ни в шлангах нигде нет никакой воды. Давайте еще покажем, пойдемте уличную воду для полива. Ну, схема абсолютно такая же, как бы также делается отверстие. Здесь я делаю внизу, на уровне стяжки, то есть делается отверстие, там эта труба не видна, ничего она не мешает. Опять же спрятан полипропилен, чтобы его солнце не разлагало. Если что, вот еще раз говорю, вот сюда вот ключом держите и потом вторым ключом откручиваете. Там дальше на трубу никакого напряжения не будет происходить. Ставлю такой поливочный кран, либо у него есть такой носик, да, для тонкого шланга, либо снимается этот носик и вкручивается быстрый съем для шланга. Вот и все. Так, давайте я покажу зимние краны и расскажу еще раз, как это все делается. То есть приближается холода, да, вы уже уличной водой не пользуетесь. Что делается? Вот у нас на холодную воду и на горячую воду краники зимние. Мы их перекрываем. Оба крана перекрыли. И потом идем на улицу. Идем на улицу. Открываем кран, и с него стекает вся вода. Все. И в принципе можно краник оставить открытым. С него вся вода стекла, он у вас не перемерзнет. И давайте посмотрим также с этим. Для смесителя. То есть смесителя на улице можно смело делать, ничего в этом страшного. Не будут они у вас лопаться, ничего с ними не случится. Главное, правильно надо все организовать. Вот так же открываем. И все. Водичка вся сошла. Также вы бы здесь раскрутили краник. И со шланга бы тоже, со смесителя, вся вода бы сошла. Ну вот как-то так. Вот так вот правильно делать уличную воду из дома. Зимние краны. Здесь обязательно краны. И смотрят вниз. Всем спасибо большое за просмотр. До свидания.